нам понадобится 300 грамм кумквата мандаринового, 200 грамм миндаля. Также, если вы будете делать для детей, можете взять какой-либо подсластитель. Мед, кленовый сироп, сироп стевии или топинамбура. В общем, любой подсластитель, который соответствует вашему стилю и образу жизни, вашему религиозному убеждению и так далее. Еще нам понадобится горький шоколад, у меня 72% для покрытия конфет, и миндальные лепестки. Приступаем и готовим. Миндаль немного обжариваем в духовке, хотя можно этого и не делать. Я совсем слегка чуть-чуть его обжарю. Поскольку кумкват очень твердый, заливаем его теплой водой на 30 минут.